Рыбинская прокуратура опротестовала положение образовательных учреждений о добровольных пожертвованиях. В ходе проверки установлено, что в ряде школ города Рыбинска нарушено положение о внебюджетной деятельности. А именно, добровольные пожертвования, которые регулярно осуществляют родители учащихся, тратили на цели, не предусмотренные федеральным законом. Поясню, что в настоящее время на территории Российской Федерации действует федеральный закон номер 135 ФЗ 95 года о благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Данным законом определены цели расходования средств благотворительной деятельности. В частности, статьей 2 данного закона определено, что средства благотворительной деятельности могут расходоваться в том числе на развитие деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения, искусства. Вместе с тем, в ряде школ выявлено, что на добровольные пожертвования приобретались хозяйственные материалы и средства дезинфекции. Производились стимулирующие выплаты педагогам за высокие результаты в обучении и воспитании детей. А также обеспечивалась охрана школ и уплачивались штрафы надзорным органам. Подобное распределение средств, полученных добровольными пожертвованиями, противоречит федеральному закону. Деятельность образовательных учреждений находится на контроле у прокуратуры.